Всем привет! Продолжаю я свой путь к миллиону, продолжаю я работать по своей стратегии по скальпингу. Досмотрите, народ, это видео до конца, потому что я вам расскажу, как получается у меня находить флеты, как получается вовремя заходить и как получается вовремя с них уходить. Также я планирую записать отдельно видео, где я буду вот об этом всем рассказывать. Видите, сейчас я жду. У нас получается, начинается флет, сейчас я жду. Вот график подходит к уровню сопротивления, и я ставлю в обратную сторону, здесь все понятно. И также, как получилось найти у меня этот коридор. Смотрите, когда идет долго нисходящий тренд, вот идет нисходящий тренд, вот как раз это вот этот случай. Потом график идет в определенное затухание. Идет тренд, и график идет в затухание. Вот тогда-то и начинается коридор. Такая же ситуация с восходящим трендом. Идет график долго на повышение, потом идет на одном уровне, и вот тогда-то опять начинается флет. Вот тогда-то нужно входить. И не заигрываться, вовремя с него нужно выйти. Как выходить, я расскажу вам немного позже. Покажу вам ситуацию, где я вышел. Здесь, видите, все нормально. Поставил я две сделки по одной минуте. Одной минуты здесь достаточно, и сделки у нас заходят. Спасибо, народ, что следите за как я прохожу свой путь к миллиону. Всем спасибо за поддержку. Итак, сделки у нас заходят, переходим дальше. Видео уже записано, это и комментирую, здесь я немного ускорил. Смотрите, опять же график коснулся уровня сопротивления, и опять ставлю на понижение. Здесь все понятно, видите, нарисовал для вас две линии, чтобы вам было проще. Здесь, видите, все продолжается как нам нужно, работаем дальше. Так, здесь ситуация, смотрите, график коснулся линии поддержки, и я поставил 5000 на 2 минуты. Почему я поставил на 2 минуты? Потому что я подумал, что график может еще опуститься немного ниже, да, и я перестраховался, выставил больше время, поставил на 2 минуты. Но все идет вот как нам нужно, график продолжает идти на повышение. Видите, я уже поставил на 5000, то есть я уже заработал то, что мне нужно, с 10000. И сейчас я как бы не рискую, уже иду, планирую выходить с рынка. Вот ситуация. Я поставил на 2 минуты 2 сделки по 5000, потому что уже график немного сдает позиции. Видите, еще подстраховался по 1 минуте на 5000, чтобы все сделки закрылись в одно время. Смотрите эту ситуацию, народ. График идет все ниже и ниже. Это признак того, что нужно уходить с флета. Нужно уходить с коридора и заканчивать торговлю. И вот здесь я заканчиваю торговлю. Итак, что же у нас в итоге получилось? Здесь вы видите 9 сделок, да? Но я начал запись вот с 8 сделки с 12 минуты. С 12 минуты и закончили в 21 минуту, в 22. То есть за 10 минут мы, получается, грубо говоря, да, за 10 минут мы заработали 3 на 9. 27 и 5 сделок по 4,5, сколько это, 22 500, 49 500 получилось у нас заработать за вот эти вот 10 минут. Видите, вовремя вошел и вовремя вышел, и у вас тоже такое может быть. Вы можете все сделки закрывать в плюс, потому что по скальпингу торговать очень просто. Касается — ставим на понижение. Касается нижней — ставим на повышение. Все очень просто, но главное, как находить эти коридоры. Многие мне там говорят, читал комментарии, мне, мол, везет. Народ, везет только сильнейшим, везет только тем, кто хочет чего-то добиться, кто уверенно идет к своей цели, кто через многое прошел, и тогда, конечно же, мне везет. А вы будете сидеть на диване, понятно же, вам не будет везти. Так что думайте. Подписывайтесь, народ, в группу. В группе не забываем, что идут розыгрыши. Каждую субботу идет розыгрыш 10 тысяч. Каждую субботу идет розыгрыш 1000 рублей. И в обычные дни могут быть розыгрыши по 350 рублей. Так что подписывайтесь. Ставьте лайки этому видео. Всем удачной торговли. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока.